Леонид Викторович, во-первых, с победой. Видели, долго разговаривали с Юрием Павловичем перед матчем. Если не секрет, о чем? Ну, естественно, нам есть что обсудить, о чем поговорить. Юрий Павлович интересовался, как у меня дела в Голландии, я интересовался, как у него дела, и как дела у «Локомотива», у команды, потому что, ну, несмотря на то, что работаем в разных чемпионатах, все равно, если есть возможность, я стараюсь следить, поэтому, ну, мне кажется, коллегам всегда есть о чем поговорить. Какие остались ощущения от сегодняшнего «Локомотива», впечатления? Ой, ну, понятно, что «Локомотив» еще не в оптимальном состоянии, что нет нескольких ключевых футболистов, потому что еще не вернулись они с чемпионата мира. Кроме того, я так понимаю, что игроки российской сборной, мирончики, прибыли совсем недавно и, наверное, еще тоже не в оптимальных кондициях. Вот, поэтому я понимаю, что чемпионат мира внес определенные коррективы в подготовку «Локомотива». Это объективные сложности, их нужно принять. Но у меня нет ни тени сомнения, что «Локомотив» будет готов к началу старта и войдет в оптимальную форму. «Витас» славится большим количеством молодых футболистов. У «Локомотива» тоже на этот сбор приехало очень много молодежи. Может быть, кого-то отметили, заметили, или, не знаю, знаете про кого-то что-то? Ну, во-первых, мы с Юрием Павловичем обсуждали по молодым игрокам, плюс те молодые игроки, ну, как Лысов, например, да, которые появлялись уже у вас, понятно, что мне известно, или же Малединов, вот, какие-то ребята из дубля, конечно, мне сложнее, там, их было отслеживать, потому что уже полтора года я не нахожусь в России, вот, но, тем не менее, это нормальная практика, когда команды на сборы берут с собой группу молодых игроков. Что касается «Витеса», то это даже не практика, это, как это реальность, и в любой голландской команде есть достаточно большое количество молодых игроков, которые не только находятся в обойме, но и играют. А «Локомотив» стартует в чемпионате матчем за суперкубок. Вам наверняка не безразлична эта тема. Вот на ваш объективный взгляд, все-таки кто фаворит в борьбе? Ну, как раз-таки здесь не может быть объективного взгляда у меня, потому что понятно, что я болею за армейцев в любом из соревнований. Вот. Матч за суперкубок – это всегда такая очень хорошая афиша. Такой, как говорил Евгений Леонидович Гинер, товарищеский матч с повышенной ответственностью. Вот. Но я думаю, что все равно это трофей, и каждая команда постарается выиграть, когда тем более всегда всего из одного игры состоит это. Поэтому я могу пожелать только того, чтобы был показан яркий футбол в этой игре.